Всем привет, моя зеленая банда, с вами Fluttergreen и добро пожаловать в новом видео. Итак, продолжаем смотреть, собственно, на меня в молодости. Или же моя реакция на тусовка .mov. Да, идет она 9 минут. Так что давайте-ка начнем. Я тут еще со своим другом бывшим, который, между прочим, у него был никнейм Модельфан, из-за чего он решил переназваться. Когда он назывался у меня на канале, я не знаю, но ладно, он даже брони не было, он назвался Rarity Эльфом, это было забавно. С вами Fluttershy Green и Rarity Эльф. И мы продолжаем снимать тусов, точнее, .mov. Кстати говоря, основная причина, почему я перестал с ним записывать ролики, он дико бессэмоциональный. Просто смотрим весь ролик и ни единого ни смешка, ничего такого, просто просмотр, можно сказать, все. Серию видео про MLP по версии одного автора аниме. Так, 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 музыка может быть без авторского права, поэтому. Скука! Что там еще показывают? Пинкамина Диана Пай была самой первой знаменитостью в мире пони. На протяжении ее жизни мир открывались все новые и новые сенсационные личности. И мир стал свидетелем превращения сильной неведомой иконы поп-культуры в живой пример полной зависимости. Подожди, что он сказал? Превращение сильной неведомой иконы поп-культуры. Я ему показываю на то, что у Пинки Пай кьюти-марка в виде тампона. Он говорит о том, какие у нее ресницы. Интересно. Зависимости от бесконечной тусовки. В яблоко.мов ее сделали каким-то борцом, я не знаю, по борьбе. Куколки, кексики, улыбки, конфетки, правдивые истории Эквестрии. Пинкамина Диана Пай. Жизнь Пинки Пай начала идти под откос в 2009 году, на ее 21-м дне рождения. Ее принципы были попраны новой свободой. Ей нравилось утопать в пароке ночных клубов. Слышишь песню на заднем фоне? Это Смайл. Папарацци следовали за ней тенью, дабы засвидетельствовать столь трагический упадок личности. После флирта с гитаристом Элисом Чейнс Энтрелом в 2010 году размах развлечений Пинки Пай перешел от попойки до приема тяжелых наркотиков. Погналась за фиолетовым драконом. Не за мной, хоть я и фиолетовый дракон, я... Спайк Тетраконович. Вот это метафора, проверьте сами, в интернете. Короче, суть в том, что всем известно, наркотики очень опасны. Это не наркотик. Баловство Пинки с кокаином также сыграло свою роль. Я не могу просто. Что это такое? Чего я терпеть не могу? Так это интернет-пиратов! А если музыка... Опять что-то со звуком не то? Она встает немножко. И ты! Ну что ты сделаешь, если Принка Стар в твой дом проник? Да спер твою... сарафан! Наверное, закономерно удивлюсь. В 2011 году скандал достиг своего апогея. Кстати, да, я тоже не понял. Сорян, конечно, что со звуком не то, но там просто проблемы были некоторые. В интернет проникла запись, на которой Пинки вступает в половую связь с неопределенным партнером. Да, тебе хорошо, Пуся? Ага. С неопределенным, это Биг Мак.
не знали пощады. Оу, да она со всеми перетрахалась. Парни, тёлки, без разницы. Жирные, там тонкие, скалолазы, слые коты, белочки, жуки, улитки. Улиток дрючено. Я видел, как она как можно дрючить улитку? Представьте, каково мне это было видеть. Ебла улитку! До тусовки доходили до немыслимых пределов. В Пинке появлялась агрессия, которую она выплескивала во время звонков друзьям в ранние часы утра. Пинки! Чего тебе надо? Я все думала, какой ты милый. Приходи и трахни меня. Я лучше в муравейник свой хер засуну. Я хочу тебя за пивом послать. Да за антикантином. Ты как зайдешь? Позволь тебя перебить. Я не пойду ничего из этого доставать. 3 часа утра. Ну да. Ну давай, Спайк. Я думала, мы друзья. Что ж, без обид, подруга. Я желаю, чтобы тебя заживо погребли. Погодь, на меня тут опять эта шмара вылупилась. Ой, да это ж я в зеркале. Погодь-ка, мне надо побазарить с этим зеркалом, я сама тебе перезвоню, Спайк. Время базарить. Я что, последний адекват в этом грёбаном мире разноцветных полидебилов? Я всё надеялась мотивировать Пинки встать на ноги, Файлайт Спаркл Менгеле. Не потому что волнуюсь за нее, а из-за, ну, понимаете, элементы гармонии. И тогда Твайлайт начала осуществлять свой план. Руки убрала, мудозвонище! Мудозвонище. Дёрпи. Это типа Дарпи. Сарай.мов, фотош... Что сделала с Дарпи тостер? Это что за поворот? Спайк, это должна была быть интервенция. Почему никто не пришел? Эпплджек в коме, Рерити в плену, у мексиканцев Флаттершай в дурке, а Рейнбоу Дэш мертва. Вопросы есть, мозгожоп? Я знал, сегодня лучше не вставать. Блин, что-то со звуком реально. Ты зависима от тусовок. Захлопнись, ты завидуешь тому, что парням я нравлюсь больше, чем ты и твоя лошадиная морда! А вот и нет. Вы вообще мне не друзья. Мой единственный друг это лидер 190 градусской воды. Конечно. Это просто невозможно. Ебать. Пинки, да ты потрясна. Опять 10 дней. О боже мой, прямо в рот! Какой зараза еще на меня брызнешь, тупая манда? Да уж, может, ей полегчает. Близнецы будут, если кому интересно. Не растерявшаяся жертва изнасилования. Пусть как сделать пиар-ход, показав себя в качестве жертвы обстоятельств, Пинки книгу «Мой папа заставил меня вставить стекло в вагину», которая в подробностях описывает свои взаимоотношения со своим отцом, преподобным Питером Даниэлем Пай. Не верьте ни слову из этой книги! Я не вставлял стекло с гениталий своей дочери, она ясно? В первой части мов сказала, что... Папа заставляет вагину ей заставляет, ну, затыкивает стекло. Да, конечно же, плохо у меня в то время было с... вообще с произношением, это жесть. Ну, по крайней мере, похуже, чем сейчас, как вы поняли. Да, я набрала насчет отца, но у меня есть на то причина. Никто не обращал на меня внимания. Судьба Пинки Пай — это трагическая история о том, как слава, деньги и потакание своим слабостям могут испортить любого из нас. Если уж такое милое и прелестное создание, как пушистая розовая пони, увязло в грешной жизни, то никто из нас не застрахован. После ареста за попытку магазинной кражи огромного количества аммиака и псевдоэфедрина в апреле 2012-го, Пинки вновь проходит курс реабилитации. Ее будущее остается туманным. Вы можете спросить себя, как такие вещи могут происходить? Неужели сама общественность в этом виновата? Дело ли в нашем садистском вожделении наблюдать падение увядания гигантов, ввергающих их в окончательный крах? И, наконец, почему мы, средства массовой информации, сообщаем все это для вас? Ответ прост. Потому что на данный момент в этом мире нет ни единой вещи важнее, чем личная жизнь знаменитостей. Это, кстати, правильно. Ну да.
Блинки Пай приносила улыбки и радость многим пони на протяжении долгих лет. Это ужасно. Однако, как изнурительно порой бывает дарить счастье другим. Возможно, это неудивительно, что она находит тусовку как способ сбежать от своей напряженной жизни. Несмотря на все это, ясно только одно. Мы все должны с гораздо меньшим осуждением относиться к этому невинному, прекрасному существу. Эй, ну? Что вообще почем? За 10 подрачу, за 20 пососу, а за 25 на нас будет в следующий раз. Эпическое заключение. Эпик. Это не дом, это чёрт. Спасти пони Вин. Скорее всего нет. Рэнбоу Дэш выживет? Скорее всего нет. Пародия на My Little Pony. Swag.move. Милые пони, милые пони. Да, ну. Мы опять сделали. Окей. Тогда сначала магия.мов, но сначала попрощаемся и запишем уже следующим роликом. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал. А, то есть я вообще ничего не скажу по поводу всего происходящего, ну ладно. Тогда на самом деле я очень стеснялся с кем-либо вообще что-нибудь записывать и стеснялся, можно сказать, самой камеры, из-за чего я так стеснительно вел при нем, мало комментил. И мы как будто просто бы смотрели видосы. Я типа постоянно оборачивался на него, потому что я пытался посмотреть, типа, интересно ли ему вообще. Но когда человек, когда я просто лично вижу, что человек с скучным лицом просто сидит и просто лишь бы записать, просто так, то, блин, в чем смысл записывать с такими людьми, которые так себя ведут? Мы, если мы с Фиши записываем, она хоть и не любит записывать реакции на поней, но она любит просто вместе со мной записать. И я люблю вместе с ней записать, потому что у нас это получается весело, и мы, получается, еще и растягиваем видео, не знаю насколько, потому что... Но у нас просто круто вместе получается. Ладненько, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Flutter Green. Всем удачи, всем пока. Bye.